Мы ходим на работу по оживленной трассе. Пока еще никого не сбили, но час тот недалек. Такое начало разговора. Созвонившими не могло не насторожить. Микрофон в руки. Камера у оператора всегда готова и в путь. Место проблемы – улица Пионерская города Бреста. Она сегодня в глубоких развалинах. Копают, роют. Одним словом, реконструируют. Это радостно. Ведь эта трасса – одна из самых оживленных. И внимание к себе требовало очень давно. В скором времени улица приобретет другой вид. Количество полос увеличится до 6. Появятся велосипедные дорожки, тротуары, регулируемые пешеходные переходы. Но, радуясь будущему комфорту, работники предприятий, располагающихся в здании БЭМЗа, сетуют на то, что добраться до места службы сегодня весьма проблематично. Мы стали заложниками ситуации реконструкции улицы Пионерской. Конечно, это дело хорошее, но нам дойти до работы это сложно, поскольку с той стороны от Московской висит знак, что проход по дороге запрещен. Со стороны Янки Купалы проход тоже запрещен. Здесь все перекопано. Мы в ГАИ просили, чтобы они перекрыли часть улицы, чтобы мы могли идти безопасно, потому что это все-таки опасно идти. Мы идем по дороге. Вот. Мы обращались в УКС, горисполкома, сказали, это не в их компетенции. Конечно, ходить по трассе, а именно так добираются женщины до работы, очень опасно. Не ровень час попадешь под колеса фуры, а в слякоть еще и обрызгают так, что не отмоешься. Знаки и со стороны Московской, и со стороны Янки Купалы запрещают проход. У нас был случай, что вот девочки шли на работу, их остановила патрульная машина ГАИ, составили протокол, потом они ездили штраф платить. Мы идем по самой бровке. И бывает такое, что машина большая едет, готова потоком воздуха наступить. Очень неудобно ходить. Мы идем, и страшно. Мы идем очень рано, еще рано. Очень и темно, и не видно. И водитель едет, не видно. Да, бывает, что и света нет. Нам очень неудобно. Ситуация не из легких, но и сложная ни в ГАИ, ни в горосполкоме ее не называют. Да, обо всех неудобствах, кстати, временных, в этих двух инстанциях знают. Но чтобы провести капитальный ремонт улицы без неудобств, не обойтись. Пешеходный переход напротив Лады убрали, и располагаться в том месте он уже не будет. Для сведения, как бы на пешеходном переходе, который был, нерегулируемом в районе пересечения с улицы Высокой. За последние 3 года на пешеходном переходе, который был устроен в районе пересечения с улицы Высокой и улицы Пионерской, было 7 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами пешеходов, в которых 2 пешехода погибли, 5 получили ранения различной степени тяжести. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем гражданам ходить на пешеходный переход, регулируемые на пересечении улиц Янки Купалы и Пионерской. Надлежащим образом проверил все и курирующий сферу строительства заместитель председателя Брестского горосполкома Николай Якубовский согласен, что ходить по одной стороне улицы сложновато, но есть противоположное. Как в любой хорошей стройке, в любом хорошем деле, надо чуть-чуть потерпеть. Сейчас строители разобрали вот эту справа подпорную стенку и новые будут строить в 4 метрах от здания вот этих производственного этого БЭМЗа. Вот. Это займет примерно где-то по срокам месяц, наверное. Если погода такая будет стоять, они ее сделают. А дальше к этой стенке будет расширяться проезжая часть, тротуары, велодорожка. То есть они уже где-то, я думаю, через месяц уже более-менее вырисуются. А пока эта схема, ну, надо просто перейти Пионерскую в районе остановки, пройти по другой стороне улицы, до Янки Купалы и вернуться через Ладе туда. Там безопасно, согласовано. Схема движения и ГАИ, и строители все согласовали. И мы, в принципе, тоже. Стоит согласиться с тем утверждением, что любой, даже мелкий ремонт предполагает некие трудности. А столь масштабный и того больше. Так что на просьбу милых дам... Ваши требования, ваши пожелания, чего хотите? Вы же не собираетесь прекращать дорогу, нет, правда? Конечно. Но, наверное, чтобы быстрее делали эту дорогу нам. Специалисты горосполкома и сотрудники ГАИ отвечают. Окончательное завершение всей реконструкции Пионерской мы планируем где-то летом сделать. А уже эти работы, если погода нам позволит, я думаю, в течение месяца, ну, полутора максимум, мы уже можем ходить. Просто сейчас раскисла такая погода, а был бы мороз, вопросов бы не было. Только главное, чтобы они не ходили по транспорту. Но подрядчик предупрежден лично мной, поэтому пусть пока походят в обход, а как только можно будет, мы разрешим ходить.
путей масса, которых можно выйти из этой ситуации. Это временные меры, которые вынуждают граждан как бы так менять свой привычный стиль жизни. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания ВОК ТВ.